Агенттік қызметі ұзақ мерзімде жүйелі шешімдері әзірлеумен іске асыруға бағытталған. Оның мақсаты тұтынушылардың сапалы реттелетін қызметтерді негізделген және ашық тарифтер бойынша алуы. Бүгін мен инвестициялық бағдарламалардың бағыты табиғи монополия субъектілерінің оларды іске асыру нәтижесі, сонымен қатар инвестициялық бағдарламаның реттелетін қызметтер сапасына және энергия тиімділігі әсері жайлы қайтым келеді. Жаңғырту қызмет сапасын көтеру қажетігін, сондай-ақ активтің жоғары тозу дәрежесін еске отырып, реттелетін салаларға инвестициялы көбейту қамтамасыз етіледі. Сонымен 2012 жылы инвестиция 208,8 миллиард теңгеге құрады. Бұл 2011 жылдың деңгейіне 46%-ға арты. 2013 жылғы инвестиция 230 миллиард теңгеге деңгейінде жоспарланып отыр. Әрбір монополистке инвестициялық бағдарламаны әзірлеу және іске асыру міндеттілген. Сонымен есебінен инвестиция көлемін көбейтуге қол жеткізіледі. Бұл тиімді механизм әр теңгені мақсатты көздеуге және оның жұмсалуын бақылауға мүмкіндік береді. Инвестициялық бағдарламаның болуы тарифтер бекіту үшін міндетті шарт болып табылады. Инвестициялық бағдарламалар болмаған жағдайда табиғи монополия субъектілерін тариф бекітілуге арналған өтінімдері қабылданбайды және қаралмайды. Целевые индикаторы по снижению износов и потерь также предусмотрены в новом стратегическом плане нашего агентства. В части повышения прозрачности на веб-сайте агентства размещена детальная информация об инвестиционных программах всех монополистов и отчет об их исполнении в разрезе каждого мероприятия. Сегодня каждый потребитель может ознакомиться с ходом модернизации вплоть до ремонта сетей на своей улице. Учитывая интерес потребителей к данной информации, в законопроекте, разработанном агентством, предусмотрено установление обязанностей субъектов, естественно, монополии, периодически размещать информацию о ходе модернизации на собственных своих сайтах. Также в целях освещения хода модернизации агентством внедрена практика проведения пресс-туров на объектов монополистов с участием средств массовой информации, представителям НПО и партии. До текущий год проведено 80 пресс-туров. Конечным результатом проводимой модернизации должно являться повышение энергоэффективности и улучшение качества регулируемых услуг. Необходимо отметить, что в данных направлениях сегодня достигнуты определенные результаты. При этом принятие мер по энергосбережению и энергоэффективности также позволяет сдержать рост тарифов для потребителей. Только за 2012 год данные меры в целом позволили сэкономить около 7,3 миллиарда тенге потребителей, что примерно сопоставимо с трехлетним доходом крупного водоканала, такого как ГКП Астана-Суарнасе. В настоящее время, в частности, наблюдается тенденция ежегодного снижения уровня нормативных потерь в электрических, тепловых сетях и сетях водоснабжения. Сверхнормативные потери будут полностью ликвидированы до конца текущего года. В результате проведенных ремонтов и обновления оборудования, организационных мер, значительно снижен расход топлива на производство тепловой энергии. За последние 10 лет, по данным статистики, его уровень уменьшился более чем в 2 раза. Работа в данном направлении продолжается. Также собственная оценка субъектов сети монополии свидетельствует о поэтапном снижении износа сетей и оборудования. На слайдах представлена информация по динамике износа основных средств базовых субъектов сети монополии в разрезе регионов, в тепловых сетях, в сфере водоснабжения, в сфере железнодорожного транспорта и в электрических сетях. В то же время различия по данным по регионам свидетельствуют о проблеме отсутствия единого подхода к определению износа основных средств. В связи с этим, Серик Ильич, для получения объективной и достоверной информации предлагается отраслевым министерствам совместно с агентством разработать соответствующую методику определения износа. Также в части перехода к зеленой экономике и подготовки к проведению исторического события для Казахстана «Экспо-2017» необходимо отметить следующее. В Казахстане внедрены и успешно применяются дифференцированные тарифы на электроэнергию по зонам суток и объемам потребления и воду по группам потребителей, обеспечивающие экономию ресурсов и средств потребителей. По приборам учета. Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды составляет порядка 84%. Проблемным вопросом остается уровень установки общедомовых приборов учета тепла в многоквартирных домах. В текущем году введен альтернативный механизм, их установки теперь будет за счет монополистов.
В результате динамика улучшилась на 11% по сравнению с соответствующим периодом 2012 года и на 18% к 2011 году. В то же время, Сергей Кузьмич, для активизации процесса установки приборов учета тепла именно общедомовых предлагается учитывать уровень оснащенности общедомовыми приборами учета тепла при формировании рейтинга акимов. Мы считаем, что реализация данного предложения позволит придать мощный импульс процессу установки приборов учета. Кроме того, местные исполнительные органы имеют возможность влиять на данный процесс, так как подавляющее большинство предприятий находятся в коммунальной собственности. Со своей стороны, агентство при утверждении инвестиционных программ будет приоритетно учитывать мероприятия на установку приборов учета. Одновременно для эффективной реализации инвестиционных программ агентством усилен контроль за монополистами, в том числе через систему общественного мониторинга. За текущий год в целях недопущения нарушения прав потребителей проведено 284 проверки, внесено 108 предписаний, принято участие в 244 судебных разбирательствах. Общая сумма наложенных штрафов составляет 3,1 миллиарда тенге. Также агентством проведена масштабная работа по исключению незаконных посредников на рынке электроэнергии. В целях сокращения разрешительных процедур ряд из них переводится на уведомительный характер. В целях компенсации убытков, причиненных потребителям, введен временный компенсирующий тариф на сумму 1,2 миллиарда тенге. В результате перерасчета в связи с изменением температуры наружного воздуха возврат населению средств за отопительный период 2012-2013 годов составил около 500 миллионов тенге. Выработан ряд предложений по повышению качества регулируемых услуг. Сегодня поступают жалобы на качество регулируемых услуг монополистов: температуру отопления в квартирах, давление воды в трубах, уровень напряжения в электрических сетях. В то же время меры реагирования в большей степени носят точечный, несистемный характер, в первую очередь связаны с отсутствием стандартов качества и сервисного обслуживания. Уважаемый Сергей Кузьмич, в целях нерегламентации порядка взаимодействия услугодателей и потребителей предлагается отраслевым министерствам совместно с агентством разработать и утвердить стандарты качества и сервисного обслуживания при оказании регулируемых коммунальных услуг. В свою очередь агентство будет принимать созданные рычаги для усиления контроля, обеспечения улучшения качества регулируемых услуг. Одновременно создается система общественного мониторинга, реализации инвестпрограмм и качества услуг. Кроме того, агентством разработана нормативная основа для внедрения стандартов оказания услуг монополистов по аналогии с стандартами госуслуг. Это позволит исключить бюрократию и злоупотребление субъекта сельхозмонополии при рассмотрении обращений потребителей, урегулирование спорных ситуаций и полностью регламентировать их взаимодействие. Необходимо отметить, что предложения агентства нашли отражение в законопроекте «Внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам сельхозмонополии». Данный законопроект разработан во исполнение вашего поручения в связи с необходимостью создания условий для повышения прозрачности тарифообразования и повышения качества регулируемых услуг. Законопроект будет внесен в 2014 году. Жоғарды баяндалған шаралары іске асырудан күтілетін нәтижелер инвестиция көлемін 2018 жылға қарай жыл сайын кемінде 30% көбейту, табиғи монополиялар салаларындағы негізі құралдарын тозу деңгейін 2018 жылға 52% дейін төмендетуге, 2017 жылға суды есептеудің жеке құралдарымен 95% және үйге ортақ жылуды есепте құралдарымен 90% жабдықтауды, тұтынушылар мен монополистерін өзара іс-қимыл жасауын регламенттеуді және реттелетін қызметтерін сапасын артыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Назарыңызға рахмет.